Ну что, друзья, полный бардак у нас. Лана, ты как вышла? Скажи мне, расскажи мне, девочка моя. Ты решила, что у тебя здесь мало наложено, да? И ты у девок тоже можешь маленечко взять подхарчеваться, да? Тебе никто не надавал трындюлей за воровство? Ну, вроде бы нет. Ты возмущена, моя хорошая, а я тоже. Мне просто здесь орать бесполезно, меня тут никто не боится ни разу. Я вот один раз орала. Получила полный игнор со стороны вот этих вот товарищей. Ой-ой-ой, все, девки, разойдись. Ну все, более или менее порядок навела. Девчонки все ужинают. Роза пытается есть свою подстилку. Ты чего? Я же тебе просто накидала, чтобы ты на голых досках у меня не лежала. Все, уже у Розки готов загон к окоту. Полностью я почистила. Обалдеть, сегодня у меня аж спину защемило. Сколько у нее здесь было подстилки. Я не засняла. Да вот они сейчас у меня воду пролили. Вот отсюда и вот до сюда. Просто вот здесь была такая гора огромная. Продуктов жизнедеятельности нашей Розы. Но знаешь, дорогая, я очень рада за тебя, что ты не держишь все в себе ненужное. Умница, вот золотая коза. Уже и прощупывается козленок, и уже видно, что коза беременная по хвосту. Вот, замечательная. Остальные все тихушничают. Вот они смотрят своими загадочными глазами, дерутся. Ну, у белки всегда, вот она, когда начинает быть беременной, да, вот у нее моментально характер и так не очень, да, девочка моя? Характер у нас прямо катастрофичный. Да, никого не любим, только маму любим и все. А как покроемся, так вообще хоть никто не заходи, хоть никто мимо не ходи. Вчера котенка притащила, потому что одолел. Кидается на всех, царапается. Думаю, ну все, обещала тебя козам отвезти, отведу. Ну, он бы тут не выжил, потому что Бела сказала, я сейчас как выйду, как пойдут тут клочки по закоулочкам, и хана вашему коту. Но мы и белку очень любим, и кота нашего очень любим, поэтому выбора у нас такого не стоит. Привет, ты чего? Вот тоже. Красоточка. Сегодня я была занята маленькой уборкой, поэтому сегодня они у меня кормосмесь едят. А зерносмесь у нас закончилась, видите? Завтра наведу вам. А сегодня вы у меня пока... Так, не вздыхай. Ну, не вздыхай. Уж прям один денечек, точнее, денечек, вечерочек без зерносмеси побудете. У меня правда, у меня уже и руки, и спина. Все отнимается разом. Ну, вот так вот. Мальчишки мои сегодня опять на тренировке были. Что, мой хороший, Лапочки ко мне тянет. Ой, ты мой хороший. Ой, ты мой золотой. Ну, золото, а не козел, золото. Все мои золотые, все мои умницы. Все. Мне в группе в Козовье сказали, отстань от коз до 1 марта. 1 марта должны все будут прощупаться. Ну, кроме козла. У козла-то там и нечего щупать. Вот, даже тихушниц всех своих прощупаешь. Жду не дождусь, не поверите, мне надо срочно знать. Вот смотрите, ну вот как вот по ней определить, котная, не котная. Еще какие-то вон опаршивила вся. Ты чего, Бела? Ну, смотрите, кусает себя.
Ты как тот козел неугомонный. Ну, а тут у нас ничего нового. Хрюнечки в полном составе. Ты уже спишь, да? Спишь, моя маленькая? Вот. Уже поели. Сейчас чуть попозже принесу им попить, и они тогда уже точно запакуются. Там у нас гуси тусят. А вот гуси, они не в полном составе. Они из своего стада изгнали одного гуся. Ну вот вреднючий по характеру, прям сразу видать. Во, смотрите. Тега! Тега! Тегоу! Тега! О, видите? Вот вреднючий. Вот змеюка, а! На меня шипит. Ты на меня шипишь. О, смотрите, Мегера. А вот тебя поэтому и изгнали, потому что характер скверный. Нехорошо себя ведешь, глаза пучишь и еще шипишь, как заразина. Вот поэтому с тобой никто и жить-то не хочет. Да. Давай, иди под клетку, иди, иди, иди. О, вот, пожалуйста. Так, а где у нас Баюха? А, привет. Ну ты чё, бастуешь? Ты бастуешь? Или ты съел все, что тебе положили? Что-то отказывается от еды. Дорогой корм купили и отказывается. Привет. О, нет? Бастуешь? Ты думаешь, Серега тебе чего-нибудь скинет? Я сейчас блины буду стряпать, Сашка попросила. Так что сиди там на месте, будут тебе блины. Я тебя гладить не буду, не усаживай меня. Вон колтыши сегодня все состригла, расчесала. Вон какой красавец сделался у меня. О, вот ты мой красавчик, вот ты мой красавчик. Сидеть, Байкал, сидеть. Ай да, ай да. Вот такой вот. Команда сидеть выполняется не на попе, а на задних ногах. Но тебе в этой семье можно все. Потому как любовь, она же не разбирает. Так, пацаны, у вас тут комбикорм есть, Серега наложил. Ага, снег есть. Все, я так проконтролировать, чисто пройтись. А ты жди блины. Сейчас буду выкидывать тебе их из окна. Вон там вот, где караулил, там и карауль. Ну а нам, чтобы блины сделать, надо подоить. Ты опять здесь? Ну как же отсюда, поганец такой. Иди, иди давай, иди на место, иди. Вот так вот. Не вздумай на меня шипеть. Я вот сейчас где-то у меня тут топор был. Вот на твое счастье прям. Считай, отвел тебя твой гусиный бог. Все, побежала. Так, берем воду. Ставим Ради. Рада, попить. О, ты моя умница. У Рады, как у бедной родственницы, раз чашка, два чашка, три чашка с кормосмесью и ведро. Лана от питья отказалась. Монтерей, ты сегодня у нас как джентльмен самый последний. Давай. Да я уберу. А то вон вы мне опять разлили воду. Ёлы-палы. Куда это годится? Никуда. Пей, пей. А мы сейчас заберем ведро, выключим свет, пожелаем всем спокойной ночи и со всеми попрощаемся. Пока-пока.